В Европе, если это как бы ложь с классопуния уровня первенства любой европейской страны, там, неважно, Франция, вот, допустим, во Франции, на первенстве Франции 115 спортивных пар на лошадях класса пони выступают в маршрутах гран-при до 135 сантиметров. А стоимость таких лошадей, ну, минимум самых простеньких, которые там ничего не заняли, от 100 тысяч евро. Это просто, ну, как бы маршрут 110 здесь стоит. То есть можно следующую включать, как бы здесь уже посмотрели, все поняли. Так, а тут, по-моему, Давайте другую лошадь, просто сейчас я покажу звезда Нарнии. Это кобыла англо-кабардинская. Мы так предполагаем, что она англо-кабардинская. Тоже была выкуплена из проката. Вообще чуть ли не в жеребячем возрасте вместе с мамой попала там на бойню. Потом в свое время выкуплена, бегала в прокате. Вот эта кобыла выступала. Она была... Сын мой выступал на ней личное первенство России. В 2018 году он выиграл, в 2019 он был второй личник, и первое место у них было в команде. Вы листайте дальше фотографии, их можно побыстрее. А, это видео вот уже с тренировок. Здесь у нас в клубе то, что проходило, когда они готовились. То есть вот лошадь 146 сантиметров холки, она впоследствии была продана сюда, как раз таки Московский конный завод. Не знаю, сейчас стоит здесь она, не стоит. Вот ее потом сюда как раз ребята и купили. Вот здесь до 130 маршрут стоит. Лошадь, видите, нет у нее особо ни техники прыжка, как бы, ну, такого вот природного, ничего такого вот супер нету. Она просто прыгала сердцем, была правильно подготовлена, да, обычная низкорослая лошадка. Можно следующее включать. Здесь еще будет видео с тренировки. И потом я вам покажу вот эту соловую кобылу, еще одну просто для сравнения посмотреть. Тоже до 130. Давайте сразу, может, ее найдем, чтобы... Все, здесь этой папки больше нет. Да, включаем Лагуну. И сейчас еще одна лошадь, Лагуна, соловая кобыла Лагуна. Мама у нее башкирская, папа у нее квотерхорс. Рождена она на турбазе Аванпост, которая специализируется на конных походах. Видите, какие помеси, оказывается. То есть вот такие помеси у нас сейчас на данный момент выступают вот под, как в классе пони. Да, там, опять же, низкорослые рысаки, там, ну, просто очень много. Можно фото там включать. Здесь я это... Вот техника прыжка. Сейчас давайте дальше, там, если есть фото еще. Видите, какая пчелка. 130 стоит. А вот шплинт с техникой прыжка тоже стоит 130. Там сейчас будет еще одна под всадником, то же самое. Вот эту кобылу хотели продать, группу хотели продать, к сожалению, получила она травму на спортивном турнире, сделали операцию неудачно, в клинике промывали сустав, кобыла осталась инвалидом, мне ее подарили впоследствии в матке, вот сейчас от нее мы ждем третьего же ребенка.